Есть ли у тебя уверенность, что вы сможете удержать Дмитрия Викторовича до конца МФЛ 5? У меня есть личная надежда. Уверенности быть не может, потому что это такая, ну, сложная ситуация. Я надеюсь, нам удастся договориться и найти взаимовыгодные, взаимоинтересные точки соприкосновения. Когда назначены с ним переговоры? Ну, мы все это время, грубо говоря, на связи. Ну, Викторович говорил, что вы никак не обсуждали. Ну да, но мы только что улетали, у нас был отдых. Перед этим мы чуть-чуть отдыхали, потом конкретика появилась от уже Енисея. После этого мы прилетели. Вот, ну, типа, обсуждаем. Ну, а когда будут эти переговоры? На ближайшей неделе? Думаю, да. И вы 100% уже решите, остается он или уходит? Да. И объявится, соответственно. Думаю, да. Все люди об этом узнают. А Викторович сам к чему склоняется? Он говорил вам? О, я не знаю. Но Викторович же говорит, вон там. Там сначала было 10%, потом 20-30%, потом стало сколько там, 40 или 50%. Поэтому вот... Сложно сказать, к чему он склоняется. Много разных слухов. Ну, вы сейчас не представляете себе на месте тренера кого-то другого, кроме Викторовича? Нет, конечно, нет. Я хочу, чтобы Викторович у нас был главным тренером еще долго. И выстраивали мы вместе нашу команду. Ну, а от чего зависит, останется он или нет? Его чисто желание или, может, какие-нибудь условия? Не знаю. Ну, вы будете что-то особенное ему предлагать, чтобы удержать? Да, мы хотим ему квартиру предложить. Чтобы и ему квартиру, и машину, да. Хорошо.